Девочки и мальчики, привет всем! Я не знаю, я вышла в прямой эфир просто потому, что подумала, интересно, вот сейчас, в данный момент, все спят или нет? И вот хочу посмотреть. Вы посмотрите, сколько вас. Вы посмотрите. Так, 7. Господи, я уже чуть ли свой пароль хотела вслух произнести. Вообще уже. Времени 4 часа. Сколько у вас времени-то, интересно? Так, у меня хоть мне бы очки какие-нибудь, что ли, взять, чтобы читать вас. Ой, слушайте, что же я очки-то не взяла? Так, привет, Мария, привет, девочки, привет, дорогие. Людмила у меня пришла. Да, беда, спим, не спит Россия, молодцы. Россия моя, люблю тебя. Девочки, всех вас люблю. Очень люблю, обожаю. Россия – это такое, знаете, что-то теплое, доброе, милое, большое. Может, иногда неказистое, но свое и родное. Вот такое вот. Очень люблю. Я сейчас только что из душа вышла, поэтому я вот такая, в таком виде. И я уже сказала в своем видео, теперь буду выходить, какая вот есть, такая и буду выходить. Знаете что, подождите, я сейчас очки возьму, потому что так получается, что я вас теперь вижу только так. Привет, привет. Привет, девочки и мальчики дорогие. Какие у нас новости в мире? Какие у нас новости в Ютубе? Скажите мне, может быть, я что-то где-то не знаю. Хотелось бы мне, чтобы вы мне что-нибудь рассказали. А может быть, потом я вам что-нибудь расскажу, если вспомню. Вот, ну так... Как говорится, поболтать вышла бабуся. Сейчас придут молодые и скажут: бабуся, ты что здесь делаешь? Да еще в очках, не накрашена вообще. Красота. Вон гузалюшка моя. Это моя гузалюшка, Гузаль 72. Привет, дорогая. Наташа, а вы риэлтором работаете или уже нет? Ну, я как бы числюсь риэлтором, но сейчас ничего не происходит. И как бы, не знаю, трудно сказать, что я риэлтор. Наташа, деревце новое посадили? Посадили, посадили. Здравствуйте, здравствуйте всем, дорогие. Так, всего на 51 человек. У меня немножко глаза красноватые после душа. Винюша спит? Нет. Винюша, кстати, вот идет. Видите, вот. Винюша, say hi to everybody. Hello, everybody. What you brought? So this is something from you from the mail. No, thank you. О, мне от Наташи Карпенита пришла посылочка, кстати. What is it? It's from Natalia, from New Hampshire. Давайте посмотрим, что она мне прислала-то. Она мне все время что-нибудь присылает, какие-нибудь подарочки. Hope you guys are doing good too. Oh, video, we okay, yeah, we okay. We sitting home. Так, что мне Наташа прислала? О, смотрите, чего она мне прислала. Она мне прислала... Масочки. Look at that. We have masks. Oh, more. More mask. Мы только что получили Натуля. Спасибо тебе огромное, дорогая моя. Спасибо тебе за заботу с масочки. Я знаю, что ее сейчас нет, но думаю, что, может быть, видео выложу на YouTube. Может, если что-то будет интересное. С легким паром. Спасибо большое. Спасибо. Так что там происходит? Хоть расскажите мне, в чем дело-то. Я хоть тут послушаю вас. Обычно мне что-то рассказывают все время. Что вообще происходит в Ютубе, что происходит в жизни. Сейчас буду читать. Вышла сегодня с таким настроением поболтать с вами обо всем. Так. О, Викуся моя. Привет, зайчик. Как у тебя дела? Мне нравятся ваши волосы. Спасибо. Как у вас дела с вирусом? Все отлично, пока. Винсент у меня собирается в воскресенье с друзьями встречаться. Ну, как с друзьями? С сыном и с его соседом. То есть, вот он говорит, они дома сидели все это время, и мы будем встречаться. Будешь ты орать на меня или нет, я все равно встречусь. У Флориды. Да, я во Флориде живу. Угу. Кучеряшки классные, необычно, видите, а с такими волосами. Красотка. Ну, какая красотка уж. Старенькая тетенька, как меня называют там, по-доброму, если. To whole community, stay safe, be healthy, spread love. Bye-bye. Thank you, видео. Как говорит япончик, шикарный вид.
Так о чем мы с вами поговорим? Давайте, может, вы у меня какие-то вопросы мне зададите. Вот Мария мне говорит, я жду видео с деревьями. Завтра будет видео с деревьями. Посадили мы лимон, как Винсент говорит, лимон, и грейпфрут. Ну вы видели, да, что мы их купили. Сад как в сказке. Правда, Светочка, спасибо большое. Ну, саду, конечно, до сказки далеко, но на видео не видно таких нюансов, которые вижу я. Но я не садовник, как бы я никогда не была им, поэтому... Жалко, что когда сажали цветы, вы не комментировали ваши действия. Интересно было узнать, чего там Винсент сыпал. А это просто этот, как он называется, удобрение. А подскажите, пожалуйста, как быстро после переезда вы стали грамотно писать по-английски и как быстро общаться на английском? Ну, я не могу сказать, что я до сих пор говорю грамотно и пишу грамотно. Я как бы могу говорить и писать на уровне, на котором я могу найти любую работу. Но так, чтобы вот сказать... что вот прям грамотно, ну, я не знаю. Но если, конечно, вы там считаете, что я грамотно говорю, то, наверное, я вам хочу сказать, что когда я начала заниматься таймшер, и именно когда я начала продавать таймшер по телефону, вот это вот подняло мой язык очень сильно, потому что вы сами знаете, по телефону, даже когда на одном языке говоришь, очень часто не понимаешь, что человек говорит. А тут, представляете, не твой язык. И вот когда вы на другом языке можете общаться с людьми по телефону, и они вас понимают, это значит, вы можете говорить на этом языке нормально. Жду видео про макияж. Буду завтра делать макияж, сегодня не буду делать. А вы так для каждого растения еще дополнительно землю покупаете? Ну, мы покупали землю, да, чтобы в каждую вот эту ямку положить обязательно. Еще купили там навоз, все это делали. Вот. Хожу в новых кроссах от вас, деловая. Нравится тебе? Вот Машуня у меня купила кроссовки от Дона Каран, вот эти очень классные на белой подошве. Хотелось бы услышать, пользуетесь аппликатором Кузнецова. Ну, больше не пользовались. Мне нравятся ваши видео, особенно реклама одежды. Продолжайте, пожалуйста. Дуглас заложил дом. Да кто, что он заложил дом-то, я знала еще, и когда с ней начала дружить, она мне рассказывала. Ну, это-то не... Я тут что, секрет, что ли? Привет из Швеции. Когда проходит кето-диета, какие ощущения? Вы знаете, я уже вошла в кето. То есть я уже вошла в кето, и у меня были 2 дня очень сильно переломные. Очень сильно. Я спала целыми днями, я не могла понять, что со мной. Потом оказалось, что, оказывается, когда организм переходит с углеводов на жиры, это самое тяжелое время. Сейчас у меня нет ни голода. Я вообще вот, я еще Алена мне говорила, мы себя заставляем есть. А я думаю, как вы заставляете? Я на самом деле вообще голода сейчас не испытываю, потому что мой организм перешел на кето. В кетозе я нахожусь сейчас, да? Я кушаю все, что можно на кетозе, всю эту зелень, все и салаты, все котлеты, значит, очень себя хорошо чувствую на самом деле. Самое главное, пить воды много. Как можно сделать заказ на вещи? Вы можете зайти на мой... Вы напишите мне в личку, я вам дам ссылку на свой eBay. И, пожалуйста. Добрый день и добрый вечер. Из Московской области Мытищи. Здравствуйте. Наташенька, как там ваш сынуля? Да все хорошо. Сынуля работает на дистанционке. Работает, бегает вокруг дома. Старается, как говорится, держать себя в тонусе. И, ну, вот так, как и все мы. Какой зубной пастой предпочитает у вас пользоваться? Да, любой. Какая вас устраивает, такой мы и пользуемся. В данный момент я использую зубную пасту от Aloe Vera. Расскажите, пожалуйста, основное отличие американских женщин от русских. Ой, так, ну, вы знаете, отличия-то нет никакого. У всех у нас 2 ноги, 2 руки, 2 глаза. Вы знаете, и всякие бывают и в России, и в Америке. Наташа, скажите, сколько нужно платить в месяц за такой дом, как ваш? Но так как мы покупали наш дом и сразу заплатили 50% наличкой, то наш моргидж очень маленький. Мы платим $500 в месяц наш моргидж. Но если бы мы взяли дом и не вложили такую серьезную сумму, наверное, мы платили бы 1000.
наши женщины-красотки, а у них... Это я говорю про то, что вот $500, не считая, естественно, налога, не считая страховки, если со страховкой, с налогом, $800 в месяц мы платим. Наши женщины-красотки, а у них серые. Ну, вы не скажите, в Америке очень красивые женщины, есть и серые, а в России серых вообще нет женщин. Вы хотите сказать, что прям все до одной красотки? Ну, это все зависит от ген, все зависит от того, как девушка может себя подать, накрасить. Вот, американок много красивых очень, да. Пожалуйста, уточните, сколько раз за кем, за кета вы кушаете. Ой, сколько раз я кушаю? Наверное, 2 получается, да? Я позавтракаю, потом я пообедаю где-то 5 часов. И потом я, значит, ну, еще съем какие-то ягодки. Вот именно можно ежевику съесть или малину. Это то, что можно на кето-диете, поэтому я это ем. Я рада, что нас скоро открывают. Правда, вас раньше, мы только 4 мая. Наконец-то свобода. Правда, вас раньше. Нас раньше, нам говорят, еще на месяц отложили. Я тоже на кето стараюсь, по крайней мере. Ну, вы знаете, вот на самом деле очень тяжело первые какие-то 5-6 дней. Потом идет переломный период, где ты очень сильно уставшая. И сейчас, в данный момент, у меня прям энергии столько. Как у вас с коронавирусом обстановка? Хорошо, все. У нас, по крайней мере, там, где живу я. Я не могу сказать за всю Америку или за Нью-Йорк. Я не могу себя соединить с этим. Вот, но как у нас, вот где я живу, то у нас как бы... У нас вообще в Волуша каунти, во всей каунти, наверное, 200 человек, что ли, заболевших. Я не знаю, по-моему, так. И я пытаюсь на кето. Ну, вообще классно, я вам хочу сказать. Самое главное – пить много воды. Это очень важно. И люди очень путают кето-диета, диету с белковой диетой. Да? Белковая диета – совершенно другое. На белковую диету нельзя ни овощи, ни фрукты, ничего. Здесь тоже, правда, фрукты нельзя, так как они имеют сахар. Но можно там малину и ежевику. Но зелени можно, все что сколько угодно есть. А зелень – это очень нужна организму. Если вы будете есть один белок и не кушать зелень, это будет все. Это будет труба организму. Как-то боязно и после отмены карантина сразу путешествовать. Ну, конечно, конечно, я бы не стала. Если война с Китаем, вашего сына призовут? Нет, мой сын уже не подлежит призыву. Это все было до 28 лет, моему сыну 32. А, там, где я живу, в нашем Куантико заболело 4 умерших, слава богу, нет. Кето без фруктов многих тяжело очень. Да ну. Я не знаю, я фрукты не очень люблю, поэтому мне пофиг на самом деле на эти фрукты. Вот честно вам скажу. Я без зелени не могу, а фрукты мне как-то вообще... Я не люблю ни манго, ни вот эти бананы, там, ни яблоки. Я вот это вообще ничего не люблю. Я, наверное, объелась их в Америке. И просто, ну, не могу сейчас на них даже смотреть, вы понимаете? Я смотреть на них не могу. А что ты кушаешь? Что я кушаю? Вот на завтрак я пью кофе, я делаю яичницу, кушаю полные авокадо или половину авокадо, делаю какую-то себе ветчину или там бекон, да, все, вот я это ем. Вечером, допустим, у меня котлеты из говяжьи, и я сделала рагу такое, из овощное натушила, да, очень вкусное. Вот это, допустим, ем. Очень много ем салари, очень много ем, опять же, шпината. Пью много воды, а вечером, вот совсем вечером, я беру такую вот горсточку ягод и как десерт их ем. Да. Ну, клетчатка не только во фруктах, поэтому не говорите, что вот прям без фруктов и клетчатки не будет. Клетчатка все в чем угодно может быть, поэтому, ой, что-то я себя расцарапала прям. Ой, Наташа, есть такие фрукты, что их не хочется. Я вообще к фруктам настолько... Вообще равнодушно. Ешьте животные жиры от пневмонии. Ну вот мы и едим. Наташа, скажите, есть ли у вас девочки знакомые, кто занимается ресничками или ноготками из дома, вне салона? Возможно ли работать дома? Ну, есть, наверное, да, но я не могу сказать. Если вы приедете и будете работать из дома, то вам сначала нужно клиентов, как говорится, подкормить, да? Даже если вы очень хороший мастер, ну, кто к вам пойдет, если вас не знает, потому что у каждого есть уже свой мастер. Поэтому, конечно, по одному, по половинке,
по одному с половинкой, вы будете очень долго нарабатывать эту клиентуру. Поэтому, не знаю, может быть, даже я всегда представляла, если бы я приехала каким-то мастером, и мне надо было прикормить клиентуру, я, наверное, бы написала, что я делаю бесплатно, хотя бы первые 2 недели, чтобы они у меня сделали бесплатно, были очень довольны и рассказали другим, и уже я потом сказала бы, да, но это как бы была проба, но для того, чтобы хотя бы кого-то зазвать, а так скажут они, ну, мы знаем уже, как нам сделают, куда мы пойдем к новеньким, если мы не знаем, как ты сделаешь. Очень интересно, когда вы делаете прямые эфиры с Аленой, ждем новых. Да, как-нибудь сделаем обязательно. Привет. А у Оксаны много мастеров ногтевого сервиса в ее салоне? Ну, там вот эта семья китайская у нее сидит, но я к ним никогда не хожу. Может, они хорошо делают, но я не хожу. Сколько людей благодаря вам узнала Макса? Узнала Макса, обожаемый. Неправда, здесь очень вкусные фрукты. Зачем придумывать, когда можно мешать и овощные вкусно? Нет, они, может, и вкусные. Единственное, что я не люблю здесь, это клубнику. Вот клубнику, вот если про клубнику будете говорить, что она здесь вкусная, я не согласна, да? Опять же, не могу навязывать вам свое мнение, но клубника ужасная. Все остальное вроде, да, нормально. Но я к фруктам просто отношусь очень, ну, никак. Поэтому я очень люблю чернику, но вот чернику тоже не рекомендуется на кето. Малину люблю, слава богу, ее можно. Ежевику люблю, слава богу, ее можно. Вот эти два фрукта, две вот эти ягоды, малина и ежевика, я как бы, я ем. Как у вас дела? Здрасте, приехали. Что вам рассказать, как у меня дела? А вы покупали клубнику с ферм? Ну, наверное, с ферм, да. И не, с ферм не покупала. Возможно. Я покупала в Пабликсе, и мне этого хватило. И клубника ужасная, и малина, и черника. И черники-то нет. Голубика. По чернике-то, конечно, все скучают. Вот если бы черника была настоящая, хотя в Нью-Йорке, говорят, есть черника. А клубника действительно невкусная. На Кубани вкуснее. А как же папайя? Ну, опять же, папайю я люблю, но я могу без нее жить. Я нет, что вот прям я рубаху на себе рвала, хочу папайю. Вообще такого нет. Поэтому, девочки, вы меня простите сегодня, что я сегодня опять без бровей, без... Кстати, губы-то чуть-чуть подкрасила. Очень. Я подкрасила губы настолько натуральным цветом, что даже не видно, что я их подкрасила. Мы теперь будем бороться за... натуральность. Неважно, в каком вы возрасте. Не надо говорить. А у меня малина вкусная, клубника, да, трава. Ну вот. А, клубнику. Что-то у меня какой-то лоб прям большой, кажется. Мне кажется, в Америке все такое вкусное. Как не поправиться? Не простим, сказала Виктория. Я люблю яблоки с меренго. Наталья, вы такая классная, вы молодец. Спасибо, вы прекрасно выглядите. Девчонки, ну вы даете. Есть вкусная клубника, смотря откуда завоз. Возможно, да. Я говорю, что возможно. Может, вот есть такие фермы, где сама срываешь и ешь. Но я ни разу туда не ходила. Потому что я клубнику, вот честно говорю вам, разлюбила, Светлана. Я поняла, что в Америке живете. Я ее разлюбила напрочь, мне никакой не надо, потому что я ее именно в Америке разлюбила. Я пару раз купила ее, поняла, что это ужас. И теперь хоть мне говори сладко, она, мне не надо даром ее. Вот не знаю почему, у меня отвращение от клубники сейчас. А какие планы на лето? Да какие планы на лето-то? Выйти с коронавируса, вот и все планы. Вот. Такая я прям похожа на какую-то учительницу ботаники сижу. Надо же, вот дожила до того, ну, конечно, 52 года, это уже, наверное, нормально. Дожила до того, что надо надевать очки. Хотя мой сын носит очки с детства, да? И я говорю ему, Артём, я дожила уже до того, что мне очки надо одевать. Он говорит, а я вообще с какого возраста очки ношу? И я такая, с 10 лет он носит у меня очки. Вот, а я сейчас начала. Из меня натуральность так и прёт. 41 плюс карантин, 5 сантиметров седых волос. Супер. Самое главное, организм отдыхает, кожа отдыхает. Отлично. Когда бы мы это смогли сделать вообще в нормальное время?
Брови краской или хной покрасьте, и надолго хватит. Хной, чтобы красные, что ли, были? Хна, я понимаю, это красное что-то. Побыстрее бы закончился этот коронавирус. Слишком эротично для учительницы ботаники. То. Это что у тебя за то? Как из Рыбинска прям ты. Слишком эротично для учительницы ботаники то. Это вот мы так в Рыбинске говорим то. А ты откуда у нас? Ты разве так говоришь? Значит, ты мой человек. Я живу в Калифорнии и езжу на ферму за клубникой и черешней. Добрый вечер. Добрый вечер, Денис Карасев. Наталья, вопрос висит в воздухе. Так, какой вопрос висит в воздухе, я, наверное, не прочла, потому что как-то, наверное, может быть, нечаянно пропустила. Добрый день, какая красная? Я хну представляю, раньше хной красили волосы, красные они делались. Больше я ничего не знаю. Но у меня есть краска для бровей, конечно. Вы эмоционально такая, а вы целоваться любите? Ну, у меня уже нет такого, что вот прям... Мы же с Винсентом уже женаты как бы давно, и, конечно, когда мы встречались, я очень любила целоваться. А сейчас мы целуемся, но как бы вот по-дружески, наверное, больше уже нет такого, конечно, вот чтобы страсть какая-то. Наверное, уже надо какую-то совесть иметь в 52 года. Вот, поэтому я думаю, любите. А я с кем общаюсь, то. А может, в прошлой жизни и была из Рыбинска, то. Конечно! Мы с кем общаемся, то. Девочки, кто говорит в конце то? Я от него очень долго избавлялась, и я редко говорю, сейчас все равно иногда выскальзывает, да? И там говоришь, да какой ты телевизор... Нет, допустим... Какой фильм идет-то? И как-то вот это то, оно было бы подходило сразу. И я очень долго избавлялась и говорила, какой фильм идет? То абсолютно, мне объясняли, то абсолютно не обязательно в конце предложения. Но это было удобно. Мне нравятся ваши вьющиеся волосы, вам идет. Спасибо. Сколько лет вашему мужу? Моему мужу 62 года, а мне 52 года. Но, вы знаете, в таком возрасте границы стираются. Поэтому Винсент, мне кажется, даже моложе меня выглядит. И слава богу. У меня такие ногти, если я вам покажу ногти свои, это просто позорище. Винсент каждый день смотрит на вас, как кот на сметану. Ну, хорошо, значит. Как думаете, смогли бы вы переехать в другой дом, в другой штат? Наверное, нет. Мне сейчас уже сил бы не хватило на это. Я уже переезжала я в Америке 13 раз. Поэтому... Сегодня узнала, что в Рыбинске снимали фильм «12 стульев». Вы знаете, конечно, знаю. И еще из Рыбинска эти два братья Шейн, это те, кто открыли Голливуд в Америке. Я тоже это знала. Вы знали? Рыбинск вообще у нас очень известный город, но его мало кто знает, так скажем. Вот, если так по-смешному сказать. Правда, даже не обращала внимания. Что? Не обращала внимания на что. Мне очень часто сейчас приходят вот эти вот, хотят со мной поговорить. Кто хочет со мной на прямой эфир? Другой дом, там район у вас, красота. Не, ну, конечно, ты не замечала. Я же не вела же этот канал. Я когда начала вести канал, я жила уже в Далтоне, в этом желтом доме, да. И это все, что люди видели. Ну, конечно, переезжали мы очень много раз. Из квартиры в дом, из дома в таунхаус, из таунхауса опять в квартиру, опять потом в дом. Много раз. Вот мы угорали с видео про вяленую рыбу. Я очень рада, что вам понравилось это видео. Здравствуйте, будут еще видео с Кристиной про язык. Но мы с Кристиной вообще общаемся, но не так часто. Она сейчас переехала в Израиль, она вышла замуж, и она живет в Израиле. Но она хотела со мной делать прямой эфир. Нам надо как-нибудь, да, с ней обязательно сделать. Даже не про язык, а просто, знаете, с ней. А про язык-то, как бы, если как бы вы хотите к ней обратиться, то вы можете к ней обратиться всегда. Она всегда вам поможет выучить язык. Да, про другое, про свое то. Переезжать это нормально для Америки. А, про свое то. Ну, мы так говорим. То. Да куда ты пошла-то? Вместо того, чтобы сказать, да куда ты пошла? Зачем мы добавляем то? Непонятно. Ну, я же слышу очень много людей, которые вот в Риге у меня родственники, ни один не добавляет вот это слово то.
А я добавляю. И когда мне говорят, ну куда ты пошла? Мне кажется, что они не закончили предложение, потому что я бы сказала, ну куда пошла-то? Хотя это, наверное, по-другому немножко выражение. Мудрая, веселая, самая лучшая наша Наташа. Спасибо. Рошель, давно не видели, давно не видела. Спасибо, вы правда очень помогаете мне жить. Иногда бывает очень трудно. Ну, вы знаете, трудно очень бывает всем. Мы все поэтому друг другу помогаем, поддерживаем друг друга. Если люди не приходят вот с этой критикой, с правдой, с плакатами, мы говорим правду тебе, а ты ее не любишь, такие люди у меня не задерживаются. Сейчас вы общаетесь с Забугорским? Нет, мы не общаемся с Забугорским. Сразу говорю, мы не поругались, мы не ругались, у нас не было скандалов, мы просто не общаемся. Как же Лао Деньги? У Жени Гейнс. Видитесь, общаетесь. Мы не видимся, но мы общаемся по WhatsApp. Женя живет же далеко от меня, как мы будем видеться. Тем более сейчас коронавирус. Я слежу за ее планками, которые она там выставляет. Там, видимо, девочки, которые за ней эту планку делают. Очень много, она очень активна, очень красивая. Женя красивее день ото дня становится вообще. А Сара так вообще слов нет. Вообще две девочки очень красивые. У нас иногда добавляют то. Ну, я говорю, что где-то добавляют, где-то нет. Ну, неправильно добавлять, но мы же не всегда, мы же не обязаны говорить правильно. Мы же не на телевидении, мы не в библиотеке, мы не библиотекари или там что-то. Мы можем говорить так, как мы выросли, так, как мы любим, так, как наши корни нас учили, как говорится. Поэтому это нормально. Это наш говор. Мы по говору и отличаемся все, да, не только, как говорится, отличаемся ростом и весом, мы отличаемся говором, мы отличаемся нашими взглядами. Поэтому наш говор – это тоже наша какая-то изюминка. Поэтому, да, это здорово. Мне очень приятно, на самом деле, общаться. И я очень приятно удивлена, что сейчас вот вы вышли все, и времени у вас уже... Сколько у вас времени по Москве, интересно? Что все вышли вот так и... Наталья, хватит болтать. Быстро к Винсенту поцеловать, обнять. Ой, да я уже целовала, обнимала. Он сидит, смотрит телевизор. Я говорю, я пошла поболтаю со своими. Потому что, когда сидишь 24 часа в сутки дома вдвоем, тоже хочется уже что-то свое сделать. Я ему говорю, не ходи к друзьям в воскресенье. Ну неужели ты вот, зачем ты меня оставишь? Он говорит, I have enough of you. Вот он мне сказал так. Говорит, мне достаточно уже тебя. Я тоже иногда говорю, тем более 13 лет прожила в Угличе. Да, в Угличе так говорят тоже. 23:33. Ой, так у вас еще нет 12 часов. Боже, а я переживала. Почему-то я думала, что у вас уже второй час. Наверное, неправильно подсчитала. Вот мне интересно, Мария, подскажи мне, если 11 часов вечера по Москве, то есть 23:00 по Москве. А, ну что я говорю-то? Сейчас времени у меня получается 4 часа вечера, да? Подождите, это по Москве вы мне пишете? Сейчас сколько в Москве времени, скажите? Есть желание завести животное. Ну, оно, знаете, какое желание? Мгновенное. Потом оно пропадает. Мгновенное. Немножко раз такое. Я бы с удовольствием. Потом... Что я... А, мы вчера смотрели видео, где показывали самых маленьких собачек в мире. И там, конечно, вот такие вот тикап, они такие миленькие, такие вот. Я говорю, ну, давай вот такую маленькую-то купим. И он мне объясняет, что вот такие маленькие собачки имеют столько проблем со здоровьем, что эта собачка у нас вытянет все деньги со счета. Потому что тебе надо будет ей делать прививки, тебе надо будет ей заниматься, она будет кашлять, чихать. Еще, не дай бог, я на нее сяду. Она так вчера ржала. Я подумала, думаю, правда, нафиг мне это. Я потом буду переживать, трястись над этой собачкой. Не хочу. Я так смеялась, когда Винсент сказал, I'm gonna stick my fingers to my nose. Винсент скажет, так скажет. Расскажите про Кристину, что за язык, где видео найти? Кристина очень большой знаток языков, и не только английского, у нее, по-моему, там 7 языков. Видео называется, по-моему, если вы напишете английский язык на моем видео, то найдете. Да чем раньше собака, тем больше проблем со здоровьем, и гадит в основном дома. Не, я не хочу, вообще не хочу. Эти маленькие собачки самые кусачие и злые. Но нет, там совсем маленькие, вот такие тикап. Они вот так вот, их берешь на ручку, они вот так лежат. Как вот, как маленькие вообще какие-то куколки. Ну и что потом с ней сделать такое? Потом, правда, сядешь нечаянно. Винсент говорит, я еще наступлю на нее нечаянно, потом буду орать на тебя, потом. Ну, не будем. Мартышку заведите. Кстати, у меня было очень... Очень мне хотелось мартышку когда-то. Мартышка, она как ребенок.
Ее можно и трусики ей одеть там, или что-то еще. А так, да. Ну, мартышка сорвала бы у тебя все эти, как это называется, занавески, все бы у тебя кверном пошло. Даже маленькая мартышка поднимет квер дном весь твой дом. А так. Расскажите, пожалуйста, в таком теплом климате много ли змей или ядовитых зверей? Вы знаете, если бы их было много, я бы делала видео. У меня даже контента такого нет. К сожалению, не вижу ни одного. Говорят, крокодилы ходят. Хоть бы подошел к нам, к дому, что ли, один. Какой бы был у меня контент? Нету такого здесь. Это все, ну, самое настоящее вранье. Если я змею могу увидеть, то я также ее видела и на даче у себя в России, таких же змей. Здравствуйте. Животное — огромная ответственность. У нас кот Толик, кролик Ося и собака Принц. О, ничего себе. Ой, игуаны там ходят. Но игуаны ходят, знаете, где? В Южной Флориде. У нас вообще игуан нет. Вот Надя пришла, да? Вот Надя жила в Южной Флориде. И когда к Наде я приезжала, у них там были игуаны. У нас игуан нет здесь. Ни разу я не видела ни одной игуаны. Они там, где очень тепло, поэтому... На кончике вот Флориды игуаны. Ага, конечно. И игуаны, они никого не тревожат. Они боятся тебя, как сумасшедшие. Их к ним даже не подползешь за километр, чтобы даже снять. Я хочу, но плохо выгляжу, болею. Все с отросшими корнями, не хотят в эфир. Не все такие смелые, как я, да? Майами много игуан видела. Привет. Привет, привет, привет. Мне очень нравится, когда мне задают какие-то вопросы, да? Насчет, там, я не знаю, чего-нибудь. Насчет каких-нибудь законов. Если я могу ответить, да? Допустим, я могу рассказать что-нибудь про риэлторство. Но, с другой стороны, меня спрашивают, что сейчас происходит в риэлторстве. В данный момент не происходит ничего. Мне одна девушка в личку написала: мне бы хотелось дом купить во Флориде, помогите мне купить за 120 тысяч небольшой домик с садом. За 120 тысяч не купишь вообще ничего сейчас во Флориде. За 120 тысяч будет выглядеть дом так, что вы увидите и посмотрите на меня и скажете: ты издеваешься надо мной? Ты вот это мне предлагаешь? Именно так будет выглядеть дом за 120 сейчас. Скажу вам пример. Мы купили свой дом 3 года назад за 240 тысяч. Сейчас этот дом стоит 320. Вот, нет, цены пока не упали. Пока они не упали, по крайней мере. Я не знаю, что будет потом. Но сейчас, в данный момент, я всегда смотрю по своему дому, сколько он стоит. Он не падал еще в цене. Поэтому... А когда, естественно, дома упадут в цене, то упадут дома в цене и для тех, кто продает. Тоже это уже будет невыгодно продавать. Когда цены очень низкие, то и купить нечего, потому что люди не хотят избавляться от дома по дешевке. Когда очень высоко дома стоят, на продаже очень много домов стоит, но покупать мало кто хочет, потому что дорого. Поэтому вот так вот обычно маркет прыгает. А в вашем комьюнити часто выставляют дом на продажу? Да, бывает дом на продажу, но меньше, чем 260-240 нет в нашем комьюнити домов. У вас очень красивый дом. Ну, вы знаете, красивым мой дом не назовешь, наверное. Это, ну, самый обычный дом, просто вот самый обычный на самом деле. Но он с такой изюминкой, у него очень красивый, как вам сказать, именно архитектура внутри. То есть снаружи он избушка. А вот внутри он именно такой вот потолок выше, ниже, вот эти вот все уровни. Сейчас таких домов почти не строят. Сейчас строят дома такие, знаете, квадратные. Просто вот, ну, наверное... Можно в них жить, но удовольствия они не доставляют. Поэтому мы очень счастливы с Винсентом, что мы купили именно этот дом, потому что, когда в него входишь, он такое вот впечатление хорошее производит. Тем более, если еще там такая у меня есть стена, стена такая есть стеклянная, да, через которую видно весь мой сад. Поэтому, конечно, это мне очень приятно. А уютный дом и сад классный. Нифига себе избушка. А после карантина кризис 2020 не влияет на цены на дома? Мы узнаем. Вы знаете, я не могу сейчас вот это говорить. Ни один как бы нормальный риэлтор никогда вам не скажет: да, они упадут, эти цены, или они поднимутся. Никто никогда не знает. Вы можете предположить, что они поднимутся, вы можете предположить, да, но никто никогда не знает этого.
Если бы кто-то знал это, то этот человек был бы очень великим миллиардером, потому что он бы покупал и продавал вовремя, когда знает, когда упадет, когда поднимется. Поэтому ваш дом чудесный. Спасибо вам большое. Спасибо. Похудела на кето. Ну, вы знаете, у меня процесс только еще пошел. Ну, наверное, я потеряла, не похудела, а, наверное, потеряла паунтов 5-6. Да, у меня есть такое. Но, опять же, я не думаю, что это я похудела. Это именно какая-то вода сошла. Сошли отеки у меня. Вы знаете, что отеки не только от воды, а от углеводов очень большие отеки. И когда вы кушаете углеводы, сладости, то лицо, ну, и вообще кожа задерживает воду очень сильно. Не кожа, я имею в виду, организм. Наталья, вы уже много лет работаете в этой сфере. Нет, вы знаете, я работаю немного в этой сфере. Я получила лайсенс риэлтора в 2006 году. Но я не работала риэлтором до 2017. Да? В 2017 я ушла из банка и стала работать риэлтором. Думала, что у меня получится продать много домов, потому что я по наивности думала, раз у меня есть подписчики, то они ко мне будут приезжать и покупать. И так и получилось. Сначала я продавала друзьям, продавала, даже подписчики были у меня. Но потом как-то все сошло на нет. И то, что меня это сильно расстраивало, ну, конечно, мне хотелось бы быть риэлтором и продавать дома. Но если у меня не получается, ну, что делать? Я что, плакать буду? Я не выставляю себя как какой-то удачный риэлтор, но я могу ответить на любой вопрос, я могу проконсультировать о том, что я знаю, да, как бы это я все могу. Вот. Я могу проконсультировать, допустим, какие условия на то, чтобы взять моргидж, на какие условия на то, чтобы взять деньги под дом, то есть вот equity, да, какие условия на то, чтобы вообще пойти и посмотреть дом с риэлтором. То есть я могу вам сказать, какие шаги вам нужно предпринять. Привет, Наташа, как твоя кето-жизнь? Здоровья всем близким. Вот у меня пришла моя подружка. Привет. Привет, Ляля. Я в Америке вообще живу, вы знаете, каких блогеров смотрите? Никаких. Каких блогеров я знаю, я могу сказать, да? А каких смотрю? Никаких. У меня нет времени смотреть блогеров. Мне неинтересно смотреть блогеров, потому что я сама забита своими же видео, да? Поэтому уверена, что блогеры также не смотрят меня. Мы так можем глянуть друг другу, что-то написать, где у кого что случилось, посмотреть. А так, чтобы смотреть блогеров, я могу, тех, кого я знаю, я могу им просто позвонить и пообщаться с ними. Как вот с Мариной из Италии. Я могу в любое время позвонить и по WhatsApp, да, и спросить, как, Марина, у тебя там дела, что там, что я буду смотреть ее видео, если я могу и так с ней пообщаться. Вы также риэлтор? Да, я риэлтор. Я вообще сейчас подумываю уйти из компании, на самом деле, и сейчас вот такая обстановка, и уйду из компании, немножко отдохну, может быть, пойду в другую компанию, может быть, не буду больше риэлтором, может быть, немножко подожду, но лайсенс я терять не буду, я буду его поддерживать, но как-то вот висеть в компании, просто платить вот эти вот фии, и мы же платим очень много фии для того, чтобы быть в компании, для того, чтобы числиться риэлтором. Сейчас в данный момент ничего не продается, поэтому я подумываю сейчас уйти и пока подождать чуть-чуть. А мне кажется, ваше будущее в сфере продаж еще впереди. У вас есть талант. Ну, вы знаете, таланта вообще мало на самом деле. Должен быть талант, должен быть клиентел. Клиентел – это когда у тебя есть своя клиентура, которая у тебя когда-то покупала, и они опять покупают, и их дети у тебя покупают. То есть так продают именно риэлторы, которые работают 20 лет назад. И я вам хочу сказать, что риэлторы, которые продавали 20 лет назад, у них были абсолютно другие условия. И я вам скажу, почему. У риэлторов 20 лет назад не было интернета. И люди для того, чтобы купить дом, они приходили в риэлторскую компанию. Они брали журналы, смотрели, что есть на маркете, да, и тем самым риэлторы брали себе клиентов и ездили с ними, показывали. Сейчас, в данный момент, все люди, они на интернете, они смотрят, какой есть дом, они смотрят на дом, у дома есть, значит, риэлтор, который продает этот дом, они ему звонят и едут смотреть. То есть, а если у тебя ничего не стоит, так, ну, если тебе знакомые придут, скажут, Наташ, помоги мне дом найти. Да, конечно, я могу любой дом найти, любой продать, я могу продать любой дом во Флориде. Да, для этого не обязательно иметь что-то на продажу. Но не получается. А мне кажется, ваша будет... Так, а как поживает Оксана? Оксана очень хорошо все у нее. А почему сама не создашь свою и сделать
создашь свое и сделать ноу-хау. Создать свою чего? Я не поняла. Здравствуйте. Я даже не поняла, чего создать. Свою компанию по риэлторству, что ли? Привет. Это мы, Мариша со Светой. О, мои девки пришли. Привет. А вы как там два сиамских близнеца? А, ну сейчас я тебе объясню, Ляля, что значит открыть риэлторскую компанию в Америке. Для того, чтобы открыть риэлторскую компанию в Америке, ты должна быть брокером, не риэлтором. То есть я всего лишь риэлтор. Для того, чтобы стать брокером, тебе нужно идти опять в школу, сдавать очень большие экзамены. И для того, чтобы стать брокером и открыть компанию, нужно взять большую ответственность, нужно понимать, что ты делаешь. Это совершенно все по-другому, да? Риэлтор не может открыть компанию, риэлтор не может продавать сам по себе, риэлтор должен быть прикреплен к какой-то компании, то есть к брокеру, для того, чтобы получать эти деньги. На ваших видео про дома отдыхаешь душой. Ну, когда-нибудь, я надеюсь, опять будут эти видео, но не в данный момент, когда мы тут сидим дома. Наталья, приветствую, мы обожаем вас, спасибо вам за позитив, пожалуйста. Да, в Европе легче. Нет, здесь не как в Европе, это точно. Здесь все по-другому. Да, здесь даже нет такого понятия черный риэлтор. Вот у кого спроси, никто не поймет в жизни, что это. Никогда в жизни риэлтор ничего не сможет сделать без документов, без того, чтобы это шло через корт. Никогда. То есть здесь так все пошагово сделано, что ты никогда в жизни, как у нас, знаете, в России, там пошел какой-то черный риэлтор, бабушку там обманул. Здесь вообще такого никогда не пройдет. Здесь это никогда не пройдет. Никогда. Наташа, почему перестала ухаживать за собой? Все больше домашний образ. Подождите, а ухаживать за собой, это что в вашем смысле? Вот мне интересно. Это напудрить нос и глаза? Или ухаживать за собой, это принимать ванну, помазаться кремом, принимать какие-то витамины? Но мы, наверное, с вами все-таки на разных понятиях ухаживать за собой. Пусть будет бабушкин образ, но я ухаживаю за собой, поверьте мне. Приезжайте к нам в гости в Крым. Буду ждать новых видео. Ну, хотя бы расчесываться. Ну, я хотя бы расчесываюсь. Вы думаете, Ксения, я не расчесываю волосы? Или что-то я даже не поняла, честно говоря. Вот на видео вчера я просто приняла сразу душ. И для того, чтобы они у меня нормально лежали, я не могу их расчесывать. Они у меня высохнут, и потом я их начинаю расчесывать. Я, допустим, так делаю. Вы знаете, что мокрые волосы расчесывать нельзя. Это очень вредно для волос. Вот если вы за собой ухаживаете, то вы должны это знать. А, Наташа, некрасиво высказывать про чьи образы. Я не знаю, кому вы это написали, мне или кому-то еще. Наташа, мне 26 лет, и я учусь вас мудрости. Наташа, не ведитесь на провокации, вы прекрасные и обаятельные. Марина у меня, бля, ну кому какое? Не, ну, если девушке очень интересно, я могу ответить на вопрос. По уходу за собой. Странно вообще. Хотя бы расчесывать волосы. Ну, хотя бы волосы расчешить. Ну, хотя бы зубы почистите. А почему вы мне, Ксении, не сказали? Ну, хотя бы зубы почистите. Вы же знаете, я, наверное, зубы не чищу. Я про людей говорю, Наталья, зачем говорить про образы? Ну, да. Ой, да, так смешно, конечно. Вот зайдет такая Ксения, да? И, значит, начинает умничать. Так вот она как... фонтан из себя, значит, умных мыслей. Наташа, серьезно, нельзя мокро расчесывать. Я всегда расчесываю. А вы не знали? Мокрые волосы расчесывать нельзя. Нужно высушить, а потом их расчесывать. Ну, конечно, вы не облысеете там что-то, но это плохо для волос, расчесывать их мокрыми. А если не риэлтор, то кто? Не поняла. Вообще волосы... волосы уже расчесывать времени нет. Не обращайте внимания. Слушайте, вообще так смешно на самом деле бывает. Вообще на самом деле очень смешно. Вот иногда такие люди, они такие комментарии иногда напишут. Думаешь, господи, чего мы все расчесываем волосы?
Разве это уже важно, если люди уже на таких стадиях находятся? По-моему, сейчас все люди дома сидят, и я не лучше месяц без парикмахера. А я спать собралась. Думаю, загляну в Инстаграм. А тут Наташечка, а тут я. Тут я, девочки, с вами. Я настолько уже не запариваюсь. А что случилось у Флориды? Так вот, я сама не знаю. Что-то про дом говорят. Как-то говорят, Наташа, у нее дом хотят отнять. Я вот это вот в шоке была, конечно. Я ничего не понимаю. У меня тоже кучерявые волосы. И даже когда их расчесываю, что все равно хаос на голове. Только укладка поможет. У кого прямые волосы, не поймет. Ну, знаете, даже если у меня образ какой-то бабушки, я не против на самом деле. Бабушка это же вот... Смотрите, бабушка это же вообще образ какой-то очень теплый, очень добрый. Тот, который всегда пожалеет, приголубит. Ну, пусть у меня будет образ бабушки, это же хорошо. Боже, ну неужели девочки пишут такую дребедень? Делать нечего, я это брыжить. Жизнь прекрасна, радуйтесь, не нравится, идите со скалы. 78 человек нас. Очень интересно. Сегодня у нас, кстати, с вами такая... Вы знаете, я сейчас такая расслабленная, да? У меня такое хорошее настроение. Я поговорила только что с Наташей, с моей Рыбинской. Мы поржали с ней. Возможно, расчесывать волосы на 80%. Да, на 80%. Но не полностью сухие, а чтобы они подсушились, и тогда их потихонечку очень. Если вы мокрые будете расчесывать, то они тянутся как-то. Я читала, что лучше этого не делать. Длинные, если не расчесать, мокрые, потом пол головы расческой вынешь. Да ладно тебе, смотря какой кондиционер. Муж Эфья заложил дом перед смертью. Че хоть, Маринка, говоришь, перед какой смертью-то? Я в 2014 году с ней дружила, и она мне рассказывала, что они вместе дом заложили. Как же муж мог заложить? Никак не мог. Да вы что? Вы знаете, что такое заложить дом? Для того, чтобы взять деньги в счет дома. Это называется equity. Это тоже... Я же работала в банке, да? Я же видела, как это делается. Я никогда не делала моргич, я не выдавала, но equity и моргич — это то же самое. Это тот же самый процесс. И для того, чтобы взять деньги в счет дома, вам нужно пройти такой процесс, вам мало не покажется. Вам нужно расписаться там столько раз, вам столько бумаг пришлют, столько нотариусов подтвердят, что вы это делаете, что так просто никто не возьмет, тем более если они... Нет. Маслом или кератином брызгайте волосы и расчесывайте мокрыми, и все. На что нужно проверить дом перед покупкой дома? Я не поняла ваш вопрос. На что нужно проверить дом перед покупкой дома? Что это значит? Перед покупкой дома вы... Перед тем... Нет, подождите. Вы работали в банке, у вас финансовое образование? Нет, у меня нет финансового образования, но я работала в банке. Чтобы работать в банке в Америке, да вообще в банке, не нужно финансовое образование. Я не работала там финансистом, я работала там просто personal banker. Наташа, что за майка красивая? Это у меня платье. Я видела эту инфу из канала про блоги и блогеров. Ну, Марин, я не знаю, кто что говорит, но я знала, что они взяли дом. Ну, что не взяли дом, а взяли equity еще в 2014 году, она мне рассказывала. Но в этом ничего особенного нет. Очень многие люди это делают, да. Но за это дом не отнимают. Я про суперсредства для волос рассказывала. Поэтому заложил дом и не выплатил кредит. Ну, это чушь полнейшая. Вы поймите это. Это полнейшая чушь. Такого быть не может. Потому что если бы человек заложил дом, то у него и не платил, то через 3-4 месяца дом бы уплыл в банку. А они взяли дом под залог очень давно. С чего вы взяли-то это? Подождите, это что, у нас час прошел, что ли? Неужели мы час разговаривали? Потому что я знаю, что через час обрывается все.
Почему у нас оборвалось? Видимо, мы с вами разговаривали час. Я не знаю. Ну, подходите. Я не знаю, если у вас какие-то еще есть вопросы. Вы спрашивали, есть ли среди знакомых заболевшие. Уже есть. Правда, а кто? Ну, я вам хочу сказать, у меня теперь тоже есть. Не у меня, а у Винсента. У Винсента, значит, его одноклассница умерла от коронавируса и ее родители. То есть втроем. Вот он позавчера мне читал. Вообще он очень переживал. Подскажите, какие документы нужно запросить и проверить перед покупкой дома в Америке? Как понять, качественная ли электрика или другие? Так, рассказываю вам. Вообще, если вы собираетесь покупать дом, сначала вы делаете предложение на дом, потому что он вам понравился, да? Вот вы видите дом, допустим, он, значит, дом стоит, допустим, 200 тысяч. Вы увидели его, вам он понравился, да? Вы говорите, да, я хочу купить этот дом. Вы пришли, посмотрели и говорите риэлтору, я хочу сделать предложение на этот дом. Этот дом пока вы ни на что не проверяете. Это все делают за вас, все за вас делают. Вы делаете предложение, допустим, на 180 тысяч, посылаете, значит, этому продавцу и говорите, я хочу купить дом. Если продавец согласен на ваше предложение, он принимает, если нет, он посылает вам согласен на 190. Ну, в общем, как вы знаете, да, там цены, как они туда-сюда друг другу кидают, чтобы согласиться над чем-нибудь одним. Когда ваш продавец дома уже согласился с вашим предложением, говорит, да, хорошо, я принимаю ваше предложение. Причем с этим предложением вам обязательно нужно прислать документ, подтверждающий то, как вы будете платить за дом. Вам обязательно нужно прислать документ, который говорит, вот эти деньги мне дает банк, и банк должен дать вам бумагу о том, что да, мы даем тебе деньги вот на такую-то сумму. Или если у вас кэш, вы должны с этим предложением прислать бумагу о том, что вот мой аккаунт, у меня там есть деньги. Только после этого покупатель принимает предложение. После этого у вас есть 15 дней на то, чтобы проверять дом. Вы нанимаете, как они называются, инспекторов. Это обязательное условие в Америке. Ни один дом никто не имеет права ни продать, ни купить без репорта инспектора. И вот инспектор приходит, и он проверяет ваш дом от кончика макушки до ногтя на вашем большом пальце на ноге. То есть он вам дает репорт от и до, вплоть до того, где-то розеточка, где-то чего-то там была трещина на розетке, где-то чего-то. И вот этот репорт вам говорит о том, что и вам говорит инспектор, здесь не работает, здесь не работает, здесь не работает. И вот теперь у вас, значит, время обратиться к продавцу и говорить так, здесь не работает, здесь не работает. Или вы мне скидываете вот такую-то сумму, чтобы я это починил, или вы это чините сами, да? Опять же, продавец имеет право отказаться, он имеет право сказать, я не буду это делать, не хотите, не покупайте. И вот эти вот 15 дней, когда дают на то, чтобы вы проверяли дом, у вас эти 15 дней дается на то, чтобы вы ушли от покупки и сказали, отдайте мне деньги обратно. Даже просто можете передумать. То есть это вот инспекционный период, да, который вы говорите, я передумала или это. Ну, в общем, вот все такое. Но вот после, когда вы уже договариваетесь с продавцом, все, он говорит, хорошо, я это все починю, это все сделаю, все это на бумагах законспектировано. После этого проходит 15 дней, и вы уже не можете сказать, что я теперь передумал дом покупать. Нет, у вас было 15 дней на это. И вот после этого уже государство само, все эти офисы, которые занимаются тем, где вы будете подписывать документы, они проверяют полностью, есть ли на доме лин, то есть кто-то держит ли деньги против дома, выплачено ли все, сколько людей, нет ли людей, которые умершие, которые, значит, не подписывали. Все, абсолютно, вам ничего делать не надо. Ничего не надо делать. Кроме того, как нанять инспектора. После этого все, процесс идет полностью, и потом вас уже приглашают, вам говорят, closing, то есть дата подписки вашего дома будет, допустим, 15 мая, приходите. И вот вы со своим риэлтором приходите и подписываете эти бумаги, и вам листочек по листочку все объясняет, что вы подписываете. Вы задаете любой вопрос, какой, чего. Ой, а мне вот здесь вот это вот обещали, где это? Да-да, вот здесь, вот видите, вот тут написано, да, вот он, они вам дают 5000 там или еще что-то. Все очень просто.
Но никто никогда не обведет закон здесь в Америке и сделает себя черным риэлтором или что-то такое. Сколько стоят услуги такого инспектора? Ну, где-то долларов 500 примерно. Бывает 300, бывает 800. В зависимости от того, какой огромный дом или маленький. Когда сегодня смотрела у вас, упала камера, аж сердце остановилось. Да хватит уже с этим вирусом носиться, Наташа. Это не для вас, мои слова. Да я вообще про вирус сейчас не говорила. А с чего вы? Может, там кто-то что-то написал, но я про вирус вообще сейчас не говорила. Я сейчас разговаривала, говорила вот насчет таких вот. Очень интересно. Я вообще на самом деле люблю говорить про риэлторство, да. Я люблю говорить, когда мне задают вот такие вопросы. Мне очень самой интересно, да я и сама подкрепляю свою память, да. Но я, допустим, знаю, что для того, чтобы купить дом, для того, чтобы взять дом, чтобы взять под дом какие-то деньги, вы пройдете Крым, Рым и медные трубы. И банк для того, чтобы дать вам, он убедится не на 100, не на 200, а на все 100 тысяч процентов, что все документы правильно, что вообще это такая вообще, такой процесс. Вы сказали про одноклассницу. Наташа, расскажите, если женщина вышла замуж за американца и работать не будет, что светит ей на пенсии? Ну, возможно, ей будут платить Social Security минималку. Очки для зрения, не видела вас в них. Ну да, очки теперь для зрения. Мне, вот я сейчас, если сниму, я не вижу уже все. Очень тяжело видеть. Сори, это я. Сколько у вас сейчас времени? Так, времени у меня сейчас, вот это надо без очков смотреть. Времени у меня 8 минут. Или, как сказать, 17.08, вот так, 8 минут 6-го. Ну, у нас говорят в России 17.08, да? Лимонное дерево, еще бы банановое посадить. Бананы не люблю. Я с сестрой... Вы знаете, банановое дерево, оно такое страшное, когда растешь бананы, это такое, вообще такое убожество, такой страх стоит, какой-то вообще каракатица какая-то с этими бананами. Абсолютно не хочу. Я лучше пойду в Паблис, куплю 2 банана, если уж я сильно захочу. Но бананы точно не хочу растить. Сколько минималка? Я тоже не могу сказать вам. Ну, наверное, долларов 700, может, что-то так. Я с сестрой 10 лет сидела в рулетке, когда было скучно. Теперь смотрю ваши видео и ностальгирую. А если есть вариант сначала положить сбережения в американский банк, а потом просить кредит в американском банке на основе того, что... Нет, конечно. Вам никогда не дадут кредит на основе того, что у вас есть деньги в банке. Кредит дают на основе того, какая у вас кредитная история. Кредит дают насчет того, чтобы вам знали. Ну, вы знаете, это вот то же самое, что я сейчас буду устраиваться няней, смотреть за чужим ребенком, только потому, что у меня есть свой ребенок. Но людям, которые мне отдадут своего ребенка, они хотят знать, а с какими вы детьми сидели, в каких семьях вы работали. Дайте мне, пожалуйста, ваши, как они называются? Как они называются, когда вам дают эти, забыла по-русски, рекомендации. То же самое. Причем здесь ваши деньги в банке, и причем здесь ваш кредит. Смотрите, вам дали кредит, а вы деньги из банка взяли и пошли. Так что ли? А банк может дать вам, знаете, как кредит. У вас есть 20 тысяч. Банк забирает у вас 20 тысяч и дает вам 20 тысяч. Если вы так хотите. То есть это вроде то же самое, но это строит ваш кредит. Вот так делают. И в банке будут лежать ваши 20 тысяч, пока вы не выплатите их 20 тысяч. Ну, в принципе, у нас то же самое с кредитами. Так это везде. Вы поймите, это везде. Никогда никто не даст кредит безработному. Никто никогда не даст кредит, особенно большой кредит, у кого не было никогда кредита. Вам дадут кредитную карту без кредита. Какую-нибудь с такими большими процентами. И то вы должны быть благодарны тому, что ваш кредит будет расти сейчас. А может ли заработать хорошую кредитную историю гражданин другого государства? Может, если у него есть Social Security. Понимаете, кредитная история, она прикрепляется к Social Security. У каждого в Америке, у каждого человека есть Social Security, да? Это как ваш идентификационный номер. То есть по этому номеру, если в государстве напишут мой Social Security, буду знать, да, вот это она, Фалькона Наталья. То есть у каждого... И кредит, он обрастает именно вокруг вот этого Social Security. Если у вас его нет, как он в воздухе, он в воздухе не будет расти, да? Не будет. Но вы можете взять какие-то карты, я не знаю, дают ли их сейчас вообще эти
эти security credit card, которые дают вам там $300, если вы им даете в банк $300, то они вам дадут кредитную карту на $300, и вот ей вы будете пользоваться год или два для того, чтобы вам повысили немножко кредит. Ну, в общем, вот только так. Вашего сына давно не видно во влогах. Ну, его вообще никогда во влогах не видно, он не любит видео. Мой сын абсолютно другой. А вы свой дом тоже в кредит покупали? Да, мы дом в кредит. Да. Мы 50% мы вложили кэша, и 50% у нас кредит. Так вы понимаете, кредит — это не так страшно. Вы поймите одно. Конечно, для тех, кто живет с мамой и с папой, да, для тех, кому квартира досталась бесплатно, это не имеет никакого отношения. А для тех, кто не живет с мамой и с папой и арендует квартиры чьи-то, да, снимает, то если вы платите в любом случае, так почему бы не платить за свое? Вы поймите, вот это вот. То есть, значит, пишут мне иногда, как можно взять кредит на всю жизнь, ой, боже мой, ну подождите. Но если бы мы не взяли кредит, да, допустим, то значит, мы бы арендовали, то мы бы все равно платили, правильно? Поэтому у нас был дом выплачен, тот желтый, да, но нам захотелось побольше дом. Мы можем выплатить его, в принципе, да, у нас есть деньги, чтобы его выплатить, у нас есть деньги, которые мы откладывали, которые у нас вложены. Но зачем? Мы платим всего $500 в месяц. Вы понимаете, для того, чтобы вот такой дом снять, вы будете платить 2000 в месяц. Это минимум. Так тогда что лучше? Наташа, у тебя есть подруга самая-самая? Есть. Самая-самая не одна. У меня Наташа из Рыбинска подруга, Наташа из Санкт-Петербурга подруга, которая меня провожала в Америку, Оксаночка моя самая-самая. Потом у меня есть, кто у меня? Лиля у меня самая-самая. У меня Надя самая-самая. Лена из Диленда самая-самая. Много самых-самых. Но самое близкое у меня, конечно, вот две Наташи из Рыбинска, да? Которая Рыбинская и которая в Санкт-Петербурге сейчас живет. Вот они самые близкие. К сожалению, мы не живем с ней вместе. Но вот, кстати, вот в Инстаграме вот здесь я поместила фотографию, где маленькая, мы стоим втроем. И вот одна с другого боку, это Наташа, которая меня провожала в Америку когда-то. У вас очень уютный дом. Спасибо вам большое, да. Мне еще бы времени не хватило, даже не времени. У меня бы не было лени, чтобы его еще прибирать, чтобы он был на самом деле красивый. Но так как не хочется иногда, знаете, то бывает, что там что-то валяется, здесь что-то валяется. Вот. Как Надя? Ну, Надя нормально, она только что сюда выходила, по-моему. В Америке празднуют клан Наташек. Да, кстати. Кстати, нас три Наташи, да. И мы все из одного подъезда. Пойдемте в сад. Не, не хочу сейчас никуда идти. Просто хочется с вами посидеть и все. Завтра выйдет видео, как мы эти два дерева сажали. Вот тут там по саду нагуляетесь. Я там на коленях ползала. Как Рыбинским круиз? Понравился? Ну, они любят круизы, да. Они очень любят. Я тоже люблю круизы. Ну, и для них это как-то все равно новое. Они хоть три раза уже были, но все равно это такое вот что-то еще экзотическое для них. Круизы, они такие, знаете, круизы — это очень хороший отдых, он очень выгодный. Познакомилась с вами на YouTube, когда вы выложили видео по блефаропластике. Очень приятно. Значит, вы меня видели очень страшно, поэтому я сейчас для вас очень красивая. Да, все понятно. Вы молодец, лучезарная женщина. Спасибо. Вы знаете, все-таки я считаю, что вот какой блогер, да, такие у него и комментарии, такие у него и подписчики. Я считаю, что я неплохой блогер, потому что у меня на канале нет никакого, по-русски говоря, срача, у меня нет оскорблений, а если кто-то залетает, то он тут же вылетает. Поэтому я всегда сужу, когда я захожу, вот я захожу к Максу на канал, да, у него приятно быть на канале. Я не вижу срача, я не вижу, чтобы кто-то кого-то оскорблял, кто-то писал про кого-то гадости, да, чтобы кто-то там писал про какого-то блогера гадости. Он это сразу пресекает. Я это тоже делаю. Поэтому мне на самом деле приятны вот люди, которые, они как бы, если они чисты душой, то у них это видно на канале. А как рыбинские вернутся, разве самолеты летают? Я не говорила, что они сейчас вернутся. Они только что улетели. Спасибо огромное за ответы, столько узнаю нового. Да я с удовольствием вам отвечаю.
Наталья, вы очки носите? Не знала, я сама не знала. Вот теперь ношу. Конечно, вы душевный, замечательный блогер. Спасибо за комплименты нам. Можете снять собачек Нади во влогах. Ну, могу снять, но пока мы не ходим друг к другу, потому что мы не можем сейчас друг к другу ходить. Конечно, сниму собачек, когда все ворота откроются, как говорится. Сейчас нет, сейчас мы не ходим друг к другу вообще. Рыбинские уже давно дома и карантин отсидели. Они все отсидели и даже тест сдали на коронавирус, и что у них нет ничего. Вы на кетозе, да? Я вошла в кетоз, и можете меня поздравить. Я сегодня сделала 5 тестов, у меня еще темнее эта полоска. Я вот показывала на Инстаграме фотографию, да? У меня она сейчас еще темнее, мне на самом деле очень приятно. Сейчас у меня, мне Винсент сказал, сейчас ты будешь каждый день вставать на весы, у тебя будет вес уходить, уходить, уходить очень быстро. Посмотрим. Мне нравится, когда такие болталки. Мне тоже нравится. Мне тоже очень нравится. Вот. Наталья, вы продаете только на сайте на eBay? Да, я продаю только на eBay. А вот сегодня тоже опять две посылки. У меня кожаную куртку взяли, у меня купили брюки, которые я покупала в Мейсисе. Две посылки. За шваброй скоро не увидим Наталью. За шваброй увидишь. А вы с Винсентом что-нибудь пьете покрепче во время карантина? Не-не-не. Я нет. Винсент бывает, что красное вино пьет. Я не могу сейчас никакого вина пить. Я люблю мускатное вино, но так как оно сладкое, я не могу сейчас на кето-диете вообще это ничего пить. Это что, я куплю белое вино какое-то сухое, что я буду там заменитель сахара туда класть? Я вообще люблю вино очень вкусное, чтобы сладкое было, чтобы... А так, я вообще алкоголь не люблю на самом деле. Поэтому... Хотя и ходят слухи по Ютубу, что я алкоголик. Сначала, когда я читала про себя, что я алкоголик, мне было на самом деле очень весело, потому что никогда вообще в жизни я с этой проблемой никогда не сталкивалась. Потом мне было обидно. Думаю, за что у меня вообще тогда? А сейчас мне опять смешно на самом деле. Ну, это уже так старо, что даже реагировать на это смешно. У нас все ходят друг к другу в гости технично. Вот у нас какая-то девушка ПМУ, USA. Если о вас говорят, значит, вы интересны. Ну, это тоже правильно. Вкусное вино во Флориде. Я не знаю, вино есть вино. Но если вы пьете вино, то, девочки, я вам всем советую купить мускатное вино. Именно мускатное. На мускатном орехе оно сладенькое, вкусное. Вот если пить, так только мускатное. Вот по мне, да, все остальное это, я не знаю, я не люблю. Вообще я в винах мало разбираюсь. Но если оно вкусненькое, то я выпью. Скажите свои главные девизы в жизни. То, что лично вас мотивирует. Девиз. Мой девиз в жизни никогда, наверное, никому не делать плохого. Да? Если от меня какая-то требуется помощь, и я могу помочь, я с удовольствием помогу. Да? А мой девиз по... О жизни никогда не выспрашивать у людей о их личной жизни. То есть вот у меня бывает такое, что вот у меня есть такие там знакомые, да, спрашивают про кого-то у меня, а как у нее там это, а кто это, а где у нее муж, а у мужа где? Я говорю, я такого не спрашиваю, я не задаю таких вопросов. Я не люблю лезть человеку вообще в жизнь и спрашивать, а кто у тебя муж, а где он учился, а где он жил, а кто у него братья, а где у него мама. А когда он развелся? А где у него бывшая жена? Я вот это терпеть не могу, и терпеть не могу, когда мне задают такие вопросы на самом деле. И я очень много чего я не старалась не рассказывать на канале, но все равно хейтеры там что-то там накопали, перевернули. То даже если я и рассказывала, то перевернули. И все равно что-то там про меня. Но вообще, на самом деле, я не люблю. Особенно я про себя еще расскажу, но у кого-то что-то выспрашивать терпеть не могу. Вот просто терпеть не могу, вы понимаете? И вот я могу дружить с человеком там годами. Вот я дружу с Оксаной годами. Я не знаю вообще о ее двоюродных сестрах, братьях, где там у кого, у мамы там какая сестра, у папы какая сестра. Я ничего этого никогда не спрошу. Мне, во-первых, мне не интересно, во-вторых, это... По-американски называется noisy, да, это что noisy? И когда человек мне задает вот столько много вопросов, а как это, как это, как это, а что у тебя это? Меня немножко как-то сразу отталкивает от человека, думаю, ну неужели тебе это интересно? Ну почему? Это правильно, если человек хочет, он сам расскажет. Даже когда человек мне сам начинает это рассказывать, вы понимаете, даже вот мне, когда человек начинает вываливать свою жизнь. Я думаю, зачем?
Не знаю я. Ну, во-первых, вот я начинаю еще... Я могу рассказать вам какие-то истории интересные про себя, да, чтобы посмеяться, да. Но если я встречаю человека и начинаю его заваливать своей жизнью, как у меня была жизнь, что я как там, сколько зарабатывала, где я работала, где меня взяли, где меня уволили, где меня приняли. Человек скажет, нафига ты меня грузишь вообще? Поэтому я знаю, что никому не интересна моя судьба, если я с кем-то разговариваю, и мне также не интересно. Я могу с человеком поговорить на данный момент, какое у человека настроение, да? Мы же можем поговорить про ее или про его мужа или жену, да, там, потому что мы с ними вместе дружим. А так, чтобы что-то копаться где-то, вот это вот, я не люблю вот все. Давайте посмеемся. Да давайте. Ну, правда, у меня сейчас такое настроение лирическое, наверное, да, чтобы вот ржать. Я планирую сделать видео, где я расскажу опять свои эти истории заново. Но никак не могу собраться, вы понимаете? Наташа, я с вами со времен Перископа. Когда вы еще снимали видео из машины по дороге на работу. Ой, много видео там были. Мы там смеялись, музыку слушали и рассказывала ей вообще, чего только не рассказывала. Да, было очень весело. В Перископ я больше не заходила. Да, чего-то вы пассивное сегодня. Вы знаете, я вот сегодня в таком настроении, как вам сказать, может быть, не игривом, но, как мои скажут критиканы, по возрасту. Как вот, если я начинаю придуряться, начинаю смеяться, смешить, мне говорят, ну как в таком возрасте, 52 года, можно вообще так опуститься? Как? А тут вот я по возрасту с вами вышла. Вот. Я с вами в Перископе на работу тоже ездила. Там около 50 минут обсуждали ваш канал. Где там? Я не поняла, про что вы говорите там. Кто написал? Я недавно смотрел видео с блогерских фестивалей. На одном из них обсуждали риэлторов-блогеров. Правда, не помню, какое именно видео. Ну, очень интересно. Очень интересно. Но у меня на самом деле очень много видео про риэлторство. И у меня очень много интересных видео. Очень много интересных домов. Я думаю, что у меня вот этот плейлист «Недвижимость Америки». Если вы не знаете, у меня есть плейлист, называется «Недвижимость Америки». Очень интересный плейлист, посмотрите. Вы без косметики красивее, чем с косметикой. Вот видите как? Видите как? Вот у каждого свой взгляд на человека. Кто-то видит человека уродливым, а кто-то человека видит красивым. И я вам хочу сказать, и 100% знаю, что у вас такое было. Ты можешь встречать человека сразу и говорить, боже, какой красивый человек, или там чувиха, как говорится, да? Но когда только они открывают рот, вся красота сразу сползает, и ты не видишь вообще никакой красоты. Ты только думаешь, господи, только бы мне вообще отойти подальше от этого человека. Это очень часто бывает, и очень часто было со мной, да. Кажется, такой классный человек. Да даже по актерам есть такой. Вот актер нравится, обалденный. А как интервью у него взяли, думаешь, это что, такой человек он? То есть очень часто бывает. Поэтому все-таки красота человеческая, она не по лицу. Она не по лицу, она все-таки от того, что человек несет в себе. Для меня хороший человек сразу красивый. Да. А бывает, человека встретишь, боже, тут смотреть не на что, да? Ну, с первого взгляда тебе кажется. И когда начинаешь с ним разговаривать, и этот человек настолько красивый, он раскрывается как бутон, ты влюбляешься. Я по молодости влюблялась в таких мужчин, на которых смотреть даже бы не стала, даже смотреть бы не стала. А когда поближе пообщаешься, боже, влюбляешься и уже начинаешь бегать за ними. Ну, было такое, девчонки, у вас? Да 100% было. Потому что это именно загадка человека. С Реги были классные видео. Наталья добрая, хорошая женщина. Спасибо. Это точно, конечно. Поэтому я уже ушла от того уровня. Была я на том уровне, когда переживала, что про меня говорили страшная, толстая, с короткой шеей, похожа на свинью, там профиль у нее, там вот профиль у меня, значит, там какой-то очень ужасный, некрасивый. Я переживала. Была я на том уровне, да, и в возрасте в таком, но я была блогером еще, уже была блогером. То сейчас у меня вообще это, вот этот уровень у меня настолько поднялся в мозгах, что я понимаю, что это настолько было глупо, на самом деле, переживать о том, кто про тебя говорит что-то, тем более по внешности. То есть внешность, она же может меняться. Может, девочка родиться красивой, она может быть очень красивым тинейджером, потом перерасти в некрасивую женщину, а потом некрасивая женщина опять может перерасти в такую, что ой-ой-ой. Поэтому я считаю, что я среднего
уровня женщина. Я не страшная, я не красавица. Я абсолютно средний человек, который имеет право на жизнь. Все мы имеем право на жизнь, да? Ну, имеет право о том, чтобы с кем-то общаться, да? Я считаю, что у меня есть чем поделиться, есть о чем поговорить. Я думаю, что я могу удержать аудиторию, я могу держать разговоры, хотя я этого никогда сама не знала. Я не знала этого до того, как я стала вести свой канал, и у меня это не сразу пришло. Сейчас, в данный момент, я вам сразу скажу, я никогда не, сейчас не, даже не поколеблюсь заговорить с человеком первым. Я не боюсь заговорить с человеком первым, я не боюсь быть глупой. Даже если я заговорю что-то глупое, я понимаю в мозгах, что глупыми мы все можем быть. Поэтому никогда не бойтесь. Знаете, когда люди говорят, задавайте вопросы, глупых вопросов не бывает. Да? И многие из нас, ну где-то, вот я не знаю, где, на любой конференции, на в любой компании, мы очень часто боимся задать глупый вопрос. А вдруг я задам этот вопрос, и все надо мной будут смеяться, и скажут, ну и тупая вообще. И мы этого боимся всегда. Хотя этого не надо бояться. Задайте вопрос любой, который вам хочется, да, но если он не оскорбит никого, да. Я вам хочу сказать, нельзя бояться быть глупыми, потому что если бояться, вы выглядите глупо. Когда вы боитесь и стесняетесь саму себя. Нельзя саму себя стесняться, нельзя стыдиться самой себя. Конечно, если вы вышли голая на улицу, или вы кого-то оскорбили, унизили, да, вы можете стыдиться. Все остальное — это такая ерунда. Вы понимаете, это такая ерунда. Вы можете задать любой вопрос. Вот пришел Макс, который мне может задать любой вопрос, а я ему. Мы можем быть глупыми друг перед другом, мы можем ржать друг перед другом, он может меня чехвостить, я его. Ну, конечно, это с друзьями, да? Но также я себя сейчас веду и в компаниях. Я абсолютно нормально, я люблю людей, и я могу задать вопрос, я могу заговорить с любым человеком в магазине, даже если я его не знаю. И поверьте мне, люди это любят. Если вы к ним идете и заговариваете первые, люди любят вас. Они говорят, ой, какой классный, какой открытый человек. Поэтому в Америке, если вы идете по магазину, вот те, кто в Америке живут, со мной согласятся, вы идете по магазину, вы можете посмотреть любую вещь, любой продукт, и рядом с вами человек будет говорить, ой, я вчера это кушал, так это было вкусно вообще, я вам советую это взять. Вы говорите, ой, спасибо большое. То есть вы не посмотрите, никто на вас не посмотрит искоса, что это он на меня со мной разговаривает. Я его знать не знаю. Поэтому обязательно меняйтесь в такую сторону. Говорите с людьми на остановках, на улице, в магазинах. Люди это любят. Принимай запрос. О, давай, давай мы с тобой. Давай. Видите, Макс решил поболтать с бабушкой Наташей. Я правда в кровати. Макияж-то нанес, макияж-то. Нет, но я уже, можно сказать, лёг. А у меня, сейчас, между прочим, сегодня день такой лирики. Я сегодня философствую. Да, я послушал чуть-чуть, да. Да, вот скажи, ты, вот я у тебя, тебе сейчас задам вопрос. Можешь ли ты заговорить с незнакомыми людьми на остановке? Ну, хорошо, ты на машинах ездишь, в магазине. Можешь ли ты просто подойти и сказать, ой, рубашка-то вам это идет, если кто-то меряет, или что-то такое?